Так, закрываем Иуду сегодня. Мозол. Лучше я сразу же разрушу эту фигню. А то толкаться будет. Это я не знаю, что какая-то таблетка. Ладно. Давайте жрать пилюли, видимо. Полсап, пожалуйста. Это даже лучше. В каком-то смысле. Ума сойти. Хорошее начало. Тут я ничего не буду покупать, это... Я сомневаюсь, что она мне понадобится сейчас. Так что просто ключ куплю и... Больше в этом магазине мне ничего не надо. Рева, походу, решила забайтить игроков пользоваться пилюлями почаще, потому что... Есть отдельная каста игроков в Айзеке, которые просто игнорят пилюли всегда. Пока у них PHD какого-нибудь не станет. Лично мне такой подход кажется максимально скучным и неинтересным. Я отказываюсь от рандомных пилюль только разве что на стриках, да, когда ты на мат идешь и тебе не нужно в ошибку попадать. А такое было. И не один раз было. Так что там ты вынужден не брать пилюли, просто чтобы не попасть в ошибку. А на долгих стриках такое, ну, рано или поздно случится. И там помимо ошибки еще что-то было. Я не помню, что именно, но что-то еще из-за пилюль могло случиться. Кроме ошибки. Из-за этого не могу Синвикту смотреть. Мне кажется, из всех грехов Синвикты это самый безобидный. Ультра хард ремонт месяц, да, я говорю про обычные забеги и стрики. А, да, бомбы ключи, точно-точно. Бомбы ключи может заруинить, когда ты вначале ключ покупаешь и собираешься на мать идти, и берешь пилюлю, а там бомбы ключи. Да-да-да. Подобный момент у меня был, но, к счастью, я тогда ключ нашел. Так, хп-ап. Двойной заряд. Нужно ли мне двойной заряд? Что это такое? Вака-вака. Мне нужно подходить к ним. Я не знаю. Понятия не имею, что это может давать. Что я делаю не так? Капец, как же секира часто попадается. Ловит прожектайлы. Не знаю. Это забавно, что по стилю предметов можно мгновенно определить, это предмет ревы или фолио. Блин, задел. Все сердца, блин, просрал.
Испытал, называется, неизвестный предмет. Который ни хрена не делает, буквально. Стоп, секира пока возвращается, пролетает через меня и дамажит еще. Я что-то не замечал раньше этого. Это не особо-то и... Не особо много возможностей, чтобы это заметить. Но секира мне сейчас многое делает. Она превращает прожектайлы во фрукты, которые могут статабы дать. Ладно, потом как-нибудь используем, наверное. Я не буду двойной заряд покупать, он не так много дает. Локап что-то... Нет, наверное, я лучше сердец по скидке понакупаю. Я не уверен, сколько урона секир наносит. Но достаточно, чтобы быть полезной. Единственное, когда она бесполезна, это когда враг далеко находится. И она просто не достает до него. Ага. Я вообще не помню, чтобы он так делал. В смысле, в большой комнате это совершенно по-другому выглядит. Я думал, у меня завис звук теперь. У меня флешбеки Риск Украина с его червями, которые... Звук которых зависал навечно, пока не перезагрузишь игру. Это было очень неприятно. Успел задеть скотину. Привет, пока называется. Обожаю за Иуду получать везде активки. Хорошо, что это полбосса, потому что он, как правило, более-менее стабильный. Ладно, теперь у меня каптерзы. Ты дало мне бомбы? У меня не было трех бомб, да? Три бомбы мне дали сейчас. Это дало мне бомбы. Нет. В этом нет смысла. Он мне секретку показал. Спасибо за локап. До свидания. Чтоб разве это не был чемпион, который взрывается на выстрелы? Блин, этот челик неуязвимый, который не работает как обычные ловушки и не исчезает. Сейчас будет терроризировать меня.
Как много всего летает. Кто там? Ангел. Надо Стейна убить. Блин. Не успел среагировать на выстрел. Я думал, там будет луч сейчас, а он взял, блин, слезами выстрел, козел. Все, умирай. Удачно. А! Хитрый засранец. А где ты там? Задрал. Иди сюда. Воевать будем. Ну что это? Ну, хоть как-то, но пользу будет иметь. Дамаг. Дальность. Пойдет. Фига там три карты выпало. Дамаг, хорошо. И хп также. Не зря я вслепую понакупал боссовских предметов. Так, это что получается? Сейчас еще... Ну ладно, я открою этот сундук. Обменял ключ на бомбу, по факту. Жалко, что секира не эволюционирует. А это отсылка на вампиров разве? Не знал. Так, у меня достаточно хп, чтобы потыкать этого челика. Это уфинт. У меня дамага. Ой, а это молочко сделало меня при смерти сейчас. Как интересно получилось. Это не молоко. Я не знаю, что пакет с молоком какой-то. Оно дамагу дает, как бы, ну. Так что ладно. А, это финт, да, у меня хп такое. Ладно, я дебил. Я даже неправильно прочел. Ну я сейчас, надеюсь, дам все это хп сатане. Но вряд ли у него будут за синие сердца. Потому что у меня красные есть. С какой стати он так замедлен? А, у меня мухи, потому что. Крутые. Муха голода очень сильно замедляет. Очень надолго скорее. А. Очень полезно, спасибо, нет. Да, я потрачу бомбу и сделаю вот так. Все для того, чтобы вот эти вот сердца взять.
Потому что когда я их потеряю, я их потеряю. Мне будет очень херово. Окей, давай. Хорошо, хорошо. Еще три дали, серьезно? Блин, я синее сердце из-за этого просрал. Зачем я его взял? Типа, там... Там какой-то эффект был еще, но я не уверен, какой именно. Заролим чуть-чуть. Говно какое-то. Пандора в бомбе. Нормально. Только мне надо с хп что-то делать. Мне срочно нужно что-то делать со своим здоровьем. Фиолетовые сердца все снимаются, если получаешь урон. И возвращаются после прохождения комнаты. Окей, тут синее сердце есть. Медальку возьму. Вообще зря медальку взял. Но это еще ключ. Так, эти синие сердца останутся. На потом. Фига себе. Какая мощная проклятая комната. Олавополион. Так, что делаем? Что делаем? Берем красное сердце и 4,5 вольт я тоже возьму потом. Теряем фиолетовые сердца и берем синие перед ними. Как бы да, их много, и они даже что-то какой-то урон наносят. Но это такая мешающая механика, честно скажу. Наверное, оно балансируется тем, что их довольно легко получить, эти сердца. Это довольно тупо, что я не могу с ними оставаться. Типа, я могу их подобрать сейчас и... задамажиться снова, да, специально. Бери, пожалуйста. А он ждет, когда я этого убью, что ли? Серьезно? Он бы его воспринял как своего самона. Понял. Это, кстати, хорошая информация для той волны, когда два мини-босса Шиола и Собора встречаются вместе. И я теперь понял, почему чел из Собора всегда первым умирает. Потому что этот в щите бегает, пока второй не умрет. Это забавно. Классный щит, кстати, ангельский. Стреляю вверх, блин, получаю выстрел сверху вниз. Класс. Ладно, пусть будет, сэкономим монетки и посмотрим, что там будет.
Думаю, это того стоит. Чтобы 30 монет было. Кстати, там будет еще большой шанс с попрошайки достать. Почему я гнилые не взял? Потому что если я их возьму, то они будут мешаться, и я бы хотел обычные, нормальные взять сердца вместо этого. Тут могут быть синие сердца. Тут их не будет. Но я могу сделать вот так. Погодите, оно синергирует с этой фигней? Скорее всего, нет. Это было бы очень странно, если бы оно синергировало с почкой этой белой. По-моему, я даже как-то проверял это. А зачем мне BFF сейчас? Я же 4,5 вольт хотел купить. Я из-за лестницы решил не покупать, да. Если точнее, забыл. Да, бомба из-за вот этого синего предмета. Книжку больше не юзаем, а то просто разряд. Стоп, а если бы я Грида убил последнего, ему бы деньги выпали? Наверное, да. А, ну тут еще один Грид есть. Хотя, может и нет. Не, не выпаду. Типа тут же вообще с чемпионов ничего не выпадает. Забавно получилось. Так. Туда можно сходить за половинку фиолетового. Таким образом. Деньги я экономлю на комнату с ангелом сейчас. В принципе, вот эту штуку можно взять, она же не так уж и много дает. В смысле, не так уж и бесполезная. Что это звуки странные? А, эта штука, когда я останавливаюсь, включается. Очень странная. Так, ну чё, идем. Деньги я оставил. Пусть будет, чё. Пусть будет. Вот такая вот лестница. Вау. Сумасшедшая. Сейчас бы листик. А, чтобы фиолетовые сердца активировать. А еще и этот лазер. Давай, домашние. Идите, ребята. Танкуйте.
Стоим, пердим. Как-то даже печально, что мне больше не надо беспокоиться о деньгах. Донат машины заполнена, надо просто его убить. Половина шарма грипмода пропадает. Я слишком хорош в нем. Или скорее его задумывали до появления альт-персов. Что-то как-то слишком много персонажей для того, чтобы заполнять донат-машину. Этот лазер от третьего с конца предмета, который я нашел. Сверху вон, около кукурузы. Когда стоишь, он стреляет. Самостоятельно. Судя по всему, он копирует твой показатель урона. Он тоже копирует? Окей, я не знал об этом. Не обращай внимания на Тирзу. Если он и Тирзу копирует, то это очень даже хороший предмет. Типа, да, стоять на месте не так уж и прикольно чаще всего. Но вот на каком-нибудь боссе, где надо просто нужную позицию занимать, это очень круто. Это и на Мегастуне, и на Хаше может работать. Глаз Гаппи. Самсон. Самсонов шар, конечно, это, да, дерьмище то еще. У него свой множитель? Почему нет мода, который бы увеличивал занесение в данную машину до 999? Ой, 900999. Ну, там должны были быть какие-то анлоки соответствующие. Чё, Иуда закрыт? Два персонажа уже закрыты, и еще сколько? Раз, два, три. И еще трое близки к завершению, да? Четверо. Нет, подождите. Трое. Финт у меня полностью закрыт, да? Я же прошел гридер за него? Я забыл. Ладно, потом повтор посмотрю. Ну, в общем-то, да. Иуда закрыт. Кем следующим будем? Я не знаю. Можно лазером.